Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, и в этом уроке я хочу вам показать виджет, который позволяет делать очень красивый эффект анимированный градиент. Этот эффект можно применить на текст. Вот здесь в примере сейчас вы видите, плавно переходит от оттенка к оттенку. Очень симпатичный виджет. Давайте перейдем в Adobe Muse и рассмотрим настроечки данного виджета. Как обычно, из библиотеки виджет я перетаскиваю на холст. Данный виджет не имеет настроек, то есть мы не можем задать ему цвета, переходы вот эти вот градиентные. Вы видите, что мы имеем только поле текст. В настройках виджета мы можем прописать только здесь любой текст. Давайте это сделаем. Пропишем какой-то произвольный текст. Можете нажать Ctrl-A на клавиатуре горячей клавиши, чтобы выделить весь текст и удалить содержимое данного поля. И я напишу, например, и нажимаю Enter. У нас идет загрузка, и наш текст прекрасненько встал. В принципе, у нас виджет уже работает. Но что мы еще можем здесь сделать? Вы в Muse нажимаете на инструмент текст, и вы можете управлять размером данного текста в этом виджете. Конечно же, виджет должен быть перед этим выделен. Выбираем, какой размер вас тут устроит. Наш размер увеличился, и вы можете еще выбрать какой-то шрифт вашему тексту. В принципе, в этих настройках текста также можно какие-то элементы применить. Если у вас, например, больше текста, текст в несколько строчек и так далее. В принципе, здесь вы должны уже справиться. Давайте посмотрим в браузере, все ли у нас получилось. И вот вы видите, градиент прекрасно работает, плавно переходит от оттенка к оттенку. Надеюсь, виджет вас заинтересовал. Данный виджет вы сможете скачать на моем сайте. Ссылочка будет под этим видео. Увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный, потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом. И многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто!